Телеканал КРТ представляє. Мой любимый мэр Чикаго. И, кстати, вот, Денис уже вывел. Только, так. Мы пока не говорим нашим зрителям, где из них кто. Смотрите, мэр Чикаго и жена. Вот как вы считаете, кто из них кто? Денис, ну ты уже знаешь, ладно. Да, я уже посмотрел. Кто из них, вот, с этой точки зрения, вот чисто визуально, кто из них муж, а кто жена? Смотрите, учитывая, что Black Lives Matter. В моем неравном браке жена выше меня, поэтому я думаю, что здесь приблизительно то же самое. Та, которая ниже, грудью, которая ниже пупка, так, ее собственного, она и является мэром Чикаго. Как ты аккуратно обошел ее цвет кожи, сразу перешел к ее физиологическим старческим особенностям. Но на самом деле, лично я для себя понял так, что, во-первых, пиджак. Угу. Во-вторых, кто главный в Америке? Естественно, те, которые Америку построили. Своими руками. Своими руками. Вот. Но вот это... И своими технологиями. Было бы весело, если бы это была не женщина сзади, а это был мужчина еще. Да? Но в юбке. Да, но в юбке. Это был бы идеальный союз. Просто. Это даже было бы лучше, чем Барби Гончарук, а вот Барби... Подождите, Чикаго. Это в Чикаго русские диаспоры живут и так далее? В Нью-Йорке, в Бруклине, и в Чикаго, и в Чикаго, Калифорнии, тоже. и везде. Простите, я просто из Луганска плохо понимаю в странах. Нужно сказать, что эта фотография удивила даже Дональда Трампа, и он написал: «Я вообще думал, что это шутка», пишет Дональд Трамп. Но нет, это не так. Это мэр Чикаго Лори Лайтфуд и ее жена, первая леди Чикаго Эми Эшлиман. Они комфортно следят за массовым убийством чернокожих в Чикаго. Это тот случай, я напомню, когда на похоронах одного чернокожего другие чернокожие убили третьих чернокожих, 14 человек. Денис, почему, когда говоришь об убийстве чернокожих, ты улыбаешься? Почему ты не улыбался над смертью рэпера Энди, над Питерской второй историей?